Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на интереснейшую тему, чем он скоро удивит и порадует тебя. Вы можете загадать определенный срок, либо же вообще посмотрим на перспективу. Настройтесь на вашего любимого человека, представьте его перед собой здесь и сейчас. Для тех, кто впервые на моем канале, для гостей моего канала, хочу представиться. Меня зовут Евгения. У меня более 21 миллиона просмотров, более 10 тысяч личных персональных консультаций с клиентами. Я провожу практики очищения, защиты вашей пары, вас лично. Разбираю ситуацию между вами и вашими отношениями лично, видео как на YouTube делаю пары. Также за личными освещениями пишите мне в личку в Instagram, Facebook, TikTok. Ссылочка в первом закрепленном комментарии. Отдельную благодарность хочу выразить тем, кто финансово помогает мне в развитии канала. На эти деньги куплены карты, свечи. Я занимаюсь благотворительностью и ежедневно помогаю людям, животным и птицам, поэтому знайте, что Вселенная вам вернет в 1000 раз больше. И с безусловной любовью, только потому что я хочу, чтобы вы были счастливы, любимы и богаты, я для вас подготовила бесплатную технику на возвращение своей энергии. Ведь есть в вашей жизни люди, которые забирают, буквально высасывают ее. Энергетические вампиры, так их называют, либо же есть ситуация из прошлого, которая не дает буквально вам покоя и этим высасывает с вас энергию. Как вернуть энергию себе обратно, узнаете, если перейдете в мой бесплатный телеграм-канал, ссылочка в первом закрепленном комментарии под последним постом. Ставьте сердечко и пишите в комментариях «энергия», и вы непременно получите ответ на свой вопрос. С удовольствием пользуйтесь, делитесь со знакомыми, с близкими, с друзьями. Все для вас бесплатно и с безусловной любовью. А сейчас назовите имя мужчины, пропишите ваши имена в комментариях для того, чтобы информация конкретно формулировалась у вас и у вашей паре. И мы начинаем. Имя мужчины, дата рождения. Какой ты сегодня? Мужчина в движении, возможно, сейчас действительно движется куда-то. Вообще, у него сейчас такой этап в жизни, когда он продвигается, либо же по карьерной лестнице, либо же растет, развивается, не сидит на месте. Вот go-go-go постоянно. Так, это к чему? А знаете как? Здесь очень интересно, Вселенная говорит о том, что ты будешь развиваться и идти только в том направлении, в котором я тебе сказала. А в ту сторону, куда тебе не нужно ходить, я тебе буквально не пущу. Прямо замораживает ему определенные ресурсы, определенные мотивы, либо же общение, либо же встречи. Вселенная направляет мужчину какой-то еще сегодня. Солнце. Самовлюбленный. Эгоист, действует по своим принципам, то, что ему доставляет удовольствие, яркий мужчина, любит внимание, любит, чтобы на него обращали внимание, и он, знаете, прямо как тухнет, гаснет, если в его окружении есть другие люди, которые пытаются будто бы на себя это внимание перенять, здесь мужчина будет все для того, чтобы делать, чтобы засветиться, чтобы отличиться, девочки, идет такая информация. Возможно, мужчина сегодня находился где-то в теплом месте, либо же грелся на солнышке, либо же как-то тепло оделся. Вот сегодня даже как-то overheat идет такое слово, когда человек пережарился, перенапрягся, жарко ему, знаете, вот не по погоде, возможно, оделся, возможно, погода теплее, чем он ожидал. Ну вот даже до таких вот деталей вижу. И говорю, мужчина действенный, мужчина, ну да, конечно же, солнце и жезловая карта, которая характеризует энергии, говорит о том, что люблю себя, горжусь собой, восхваляю себя. Здесь у мужчины даже, возможно, есть сравнение себя с каким-либо богом, да, либо же
мужчина видит себя и ассоциирует с каким-то божеством. Ну вот сегодня такой вот прям пришел весь из себя. Давайте посмотрим, какая вы сегодня, в каких вы энергиях. Какая вы сегодня. А вы, девчоночки, вся-вся-вся в любви. Прям погрузились, погрузились, много думали, просматривали, возможно, пересматривали информацию о вашем любимом. Понятно, что мы делаем освещение на пару, и здесь идет информация конкретно, да, о том, что, возможно, фото просматривали, либо же определенные моменты пары, пары напоминала вам, именно вас и вашего мужчину. Возможно, смотрели на другую пару, визуализировали себя, либо же внешне действительно люди были похожи. Либо же увидите в самое ближайшее время, потому как у Вселенной нет вчера, сегодня, завтра, считывается информация последнего времени. Кто уже увидел, кто уже знает, о чем идет речь, напишите мне в комментариях, кто вот в самое ближайшее время получит эту информацию и, собственно, подтвердит себе очередной раз, да, что все мои слова – это истина однозначно и только так. Какая еще вы сегодня? О, девочки, ну сегодня у вас просто, не знаю, крышу сносит по поводу вашего мужчины, и желания, и горячие, страстные, и сексуальные, и кто был вместе, здесь вспоминаете, здесь просто какой-то внутренний мандраж идет. Такое вот чувство, что не можете даже сфокусироваться ни на чем другом, вот просто он, везде он, где ни пойди. Все напоминает о нем, музыкальное произведение, либо же голос, как слышите, будто бы его, либо же действительно сегодня просто вы этим мужчиной сегодня полностью, знаете, растворяетесь в нем. Либо же классно настроились на освещение, что ваши энергии сейчас просто погружаются в вашего любимого мужчины. Ну что же, давайте смотреть тогда. Перед тем, как мы узнаем, чем он скоро вас удивит, мы вообще посмотрим, думал ли он о вас. Важно вам это знать? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому как все темы, да, разбираем и смотрим с потока, как идет информация. Вот я считываю, как вам это важно и нужно знать. Подтвердите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень важна и нужна обратная связь с вами. Вам несложно поставить лайк, а для меня это огромная поддержка, потому как даю вам очень много времени, энергии с безусловной любовью, и мне нужна обратная связь для того, чтобы еще больше было желания для вас ежедневно, как обычно, записывать новые освещения, в которых вы найдете ответы на все свои вопросы. Думал ли ты сегодня о моей богине, которая просматривает это освещение? Думал, мужчина вышел с отношений у вас. Думал о том, знаете, как он говорит, о чем он думал? Да, думал о том, как так получилось, что я ушел. Я вышел, возможно, о своем поступке думал, либо же здесь идет информация о том, почему же наши отношения не развиваются. Понятно, что у вас у меня миллионы, да, у каждого по-своему свершилась такая ситуация, да, что сейчас нет развития в отношениях. Вот и мужчина об этом думает, говорит, что где я поступил неправильно, где я должен был бы повести себя иначе, сказать иначе, озвучить, идет информация, какую-то информацию озвучить иначе. Что ты еще думал? Ой, девочки, думал, он говорит, во-первых, я не хочу об этом говорить никому. Это моя боль, он говорит, которую я несу буквально в своем сердце. И не хочу об этом говорить. Ну почему не хочешь говорить? Ты же пришел ко мне на освещение, поэтому ты скажешь об этом. И скажешь об этом прямо сейчас. Говори. Он говорит, девочки, судьба, Вселенная, Бог, кто во что верит, подарила мне настоящую любовь в виде тебя. Так, а ты что? Ну что он? Морозился, и будто бы этот шанс профукал. Хотя говорит о том, что
Мне же давали этот шанс, чтобы я его принял, чтобы я его взял. А я буквально взял все и закрыл. Возможно, в блок вас поставил. Возможно, отношения перекрыл. Общение перекрыл. Я не взял этот шанс на настоящую искреннюю любовь. Да, я видела по карте смерти, это карта трансформации, когда человек осознает свою потерю сегодня. Что еще думала о вас? А я все равно ее люблю. Вот знаете, шепотом просто сейчас говорит, а я все равно ее люблю. Вот о чем он думал, о том, что он любит вас. И думает о вас особо часто в ночное время, зажигая здесь либо же свечи, либо же в темноте там экран телефона горит, компьютера, либо же ночничка, знаете. И вот в эти моменты он сидит, обдумывает вот эту вот ситуацию. Я прямо вижу пространство вокруг него, потому как работаю не только как таро, а как ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет и парапсихолог, поэтому считываю информацию до атомов и до молекул даже через общее освещение. Ну что же, а чем же он скоро вас удивит и порадует? Давайте рассмотрим самое интересненькое. Чем порадуешь и удивишь меня? Пропишите прямо в комментариях для того, чтобы мужчина ответил именно вам, чтобы этот ответ конкретно срезонировал для вас. Чем скоро удивишь и порадуешь меня? А это действительно будет огромное удивление, потому что мужчина говорит о том, что я буду буквально скручивать рога, да, этому дьяволу, который ограничил нас друг от друга. У кого-то здесь может ситуация, у кого-то здесь может магия, у кого-то здесь может быть расстояние, но в любом случае то, что его просто до бешенства доводило, и он говорит, все, я готов эту ситуацию изменить, причем эта ситуация вас как-то ограничивала, возможно, это был человек, который вас ограничивал, причем очень негативно настроен на вас. Я здесь не удивлюсь, что действительно обращались там черная магия, девочки и подобное. Я ритуальчиками, вот этими магиями не занимаюсь и никому ни в коем случае не советую. Не просматривайте ритуалы, вам не нужно это, потому как за это прилетает очень сильная обратка. Я работаю с энергиями космоса. Вселенная никогда не возьмет с вас ничего. А вот эти все ритуальные услуги, девочки, прям так и идет с потока. Это не мои слова. Ничем хорошим не закончится. Поэтому будьте внимательны и знайте, что мужчина здесь берет в руки вашу ситуацию и хочет ее изменить. Как будешь изменять ситуацию, как будешь менять? Вернется. Вот эта карта ухода, но с перспективой возвращения. Вот об этом он сейчас и думает. И в мыслях у него действительно было то, что он хочет изменить эту ситуацию, что он понимает, да, уже до какого днища буквально он довел отношения. Так он говорит между вами, он говорит, что нужно что-то менять. Что ты будешь менять? Рассказывай. Ух ты, действовать будет, причем конкретно к вам придет с разговором, приедет, прилетит, примчится, причем это произойдет настолько быстро, что, честно, многие даже глазам своим не поверят. Ну, естественно, вы эту информацию узнали через мое освещение, поэтому для вас подтверждение будет. Но это будет настолько молниеносно изменение, кому-то прям в дверь девочки постучит, кому-то... Например, если вы в блоке, разблокируют, напишет вам сообщение, и вы вообще, знаете, так, мне вообще-то не снится, это реальность или сон? Хотя сон это и есть реальность. Ну что же, давайте еще посмотрим. Чем удивишь? Чем еще удивишь? Ну так к чему? Знаете как, он сейчас еще не знает. Вот с каким конкретно разговором и действием к вам прийти, для того, чтобы вы его буквально пустили в свой дом, в прямом, либо же в переносном смысле, чтобы она меня приняла. Я не знаю, как мне это сделать, но что он хочет? Он хочет с вами совместного времяпровождения, совместного проживания. Я же говорю здесь многим прямо постучиться в дом, в дверь, девочки. Либо же в социальной сети у вас еще такой звук какой-то тун-тун, не знаю, либо же это
телефон провибрирует так, либо же у вас действительно такой звук на звонке. Я уже считываю до таких деталей, не могу не сказать. Я вижу это. Чем удивишь? Он говорит, я не хочу жить в прошлом. Все, как бы, все, что было, то прошло. И на этом мы ставим конец. То есть здесь мужчина, смотрите как, не захочет объяснять, рассказывать, разговаривать по поводу закрытия, что привело ваши отношения буквально в то, что вы закрылись друг от друга. Либо же он закрылся, либо же вы закрылись. Он говорит, я не хочу это говорить. Все, что было, все, это точка. Так, и что? Он говорит, что я хочу примирения, я хочу с тобой помириться. Но я так понимаю, что в прошлом у вас были очень негативные моменты, которые, если вы даже начнете разбирать, что-то доказывать, это будто бы вас заведет опять в какую-то вот эту вот трясину и недовольство, негодование, которое не приведет вас к примирению. Поэтому он говорит, что я не хочу отношения будто бы опять портить, либо же испортить, говорит он. Чем порадуешь? Ну, здесь прям цветочки вам принесет, либо же подарит, либо же смайлик отправит, как что-то с цветочками. Цветы, девочки, идут цветы. Порадует цветами. Либо же открыточку пришлет с цветами. Либо же придет с цветами. Чем еще порадуешь? Еще какая-то шляпа у него такая интересная на голове. Это что? Он говорит, я не приму твоего отказа, девочки. Даже если он придет к вам с цветами, и вы не вы, ну, не ответите, да, проигнорируете его, то что будет с тобой? Я буду все делать для того, чтобы ты их приняла. Вот понимаете, чтобы в руках у вас был этот букет. Вот он будет все делать. Он говорит, я буду тебе доказывать, что ты лучшая, что ты достойна этого. А у вас какое-то такое состояние разочарования, честно, будет. Я не вижу, что вы были в каком-то супер таком вот счастливом состоянии, когда он появится. Почему? Давайте посмотрим, что случилось с вами, что будет с вами, что такое. Почему? А вы знаете, вы заняты будете абсолютно другим делом. У кого-то здесь работа, у кого-то здесь бизнес, кто-то, возможно, будет в магазине покупки совершать, кто-то будет денежные переводы отправлять, кто-то будет подарки дарить, либо же подарки покупать. Вот вы вообще будете не на той волне, чтобы, знаете, как-то отреагировать. Вы будете безумно заняты абсолютно другим делом, поэтому у вас такая реакция будет. Чем еще порадуешь? Слушайте, прям подарки вам несет какие-то. И говорит, так интересно, он говорит, что мне важно, чтобы ты приняла. Вот я даже не хочу думать о том, что ты не примешь то, что я тебе дам, то, что я тебе принесу, то, что я тебе подарю. Ему важно прям, чтобы вы взяли это, девочки, чтобы вы приняли это. Какой-то дар, какой-то подарок прям принесет вам, прям с рук в руки, чтобы вы это взяли, чтобы вы это приняли. И он, посмотрите, уже который раз мне дублирует эту информацию. То есть для него это настолько важно, то есть для него это будет знак, что вы что? Что вы не ставите больше ограничений между вами, что вы его принимаете. То есть для него это будет прямым показателем, что дорога будто бы, да, раскрыта. Ты мне даешь путь к тебе. Ты раскрываешь свой путь себе. Что-то тут прям углубился в свои какие-то мысли. Такое чувство, что человек, когда говорит, он засыпает сейчас немножко. И мне буквально его будить ментально приходится, чтобы он до конца довел свой разговор. Ну, либо же хорошо время провел, что тут у него уже, знаете, как говорю-говорю, и такой раз, унесло куда-то. Так, быстро, чем еще порадуешь? Я буду действовать, и этим я тебя не расстрою.
Вот вы даже определенно, возможно, переживаете, что вот он появится, я опять расстроюсь, опять не будет так, как я хочу. Вот, девочки, не нужно даже так думать, потому что вы это притягиваете в свою реальность. И я вас всегда учу, направляю, как создавать счастливую реальность. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там очень много нужной информации для вас, причем бесплатно. Но на VIP Таро Солнца, это мой закрытый канал, ежедневно я публикую послание от мужчины. Там у нас есть квантовое таро, разговор ваших душ через космос. Очень глубокая информация. Квантовое таро провожу только я в этой галактике, поэтому там просто космос информация. Также направляю вас, как вы можете создавать свою реальность, получать от жизни все, чего вы хотите, полюбить себя, раскрыть свою женственность, сексуальность. Кто хочет подписаться на мой VIP Таро Солнца канал, пишите мне в личку, Facebook, Инстаграм, непременно все расскажу, дам ссылочку, чтобы вы развивали себя, развивали свою интуицию и создавали ту реальность, в которой вы хотите жить, а не жили в ожидании какого-то бесконечного чуда. А оно не произойдет, я вам сразу могу сказать, даже не тратьте время, а сразу приходите ко мне. Результаты просто супер. Что хочешь передать? А знаете, как мужчина говорит, да, раньше для меня я был самым важным, лучшим, крутым прям. А я понимаю, что без тебя я не такой, что я собираю будто бы всецело себя, когда я с тобой. Ты меня наполняешь, и моя любовь к тебе создает из меня да, нового человека. Причем это не самовлюбленный эгоист, который делает чисто в своих интересах. Нет, он говорит, что я становлюсь другим. Так, вообще-то я послание богини хотела, а ты тут о себе, девочки. Возможно, потому что сейчас он у вас не появляется, не проявляется, и вам важно знать это, вам важно видеть это. Вот пентакливая королева и кубковый король, конечно же. Он говорит о том, что мы пара. И ты это знаешь, ты это чувствуешь, ты это ощущаешь. Он не быстро действует. Мужчина не шустрый. И у вас, возможно, складывается впечатление, что, возможно, он не думает обо мне, я не нужна, не важна ему. Нет, он здесь вам признается в любви, говорит, что я люблю тебя. И я вижу только тебя в роли своей жены. Ну что же, вот такое вот глубочайшее освещение. Желаю, чтобы все самое лучшее, светлое, доброе воплотилось в вашу реальность. Принимайте, пишите, принимаю, благодарю. Вселенная услышит и воплотит все, что вы пишете, желаете мне лично в вашу жизнь. И знаете, что каждое ваше пожелание, каждое ваше словечко вернется вам в тысячи-тысячи раз больше. Я же была счастлива видеть вас на своем канале. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за финансовую поддержку. Мне всегда доставляет огромное удовольствие записывать видеоосвещение для вас, для того, чтобы вы нашли ответы на все свои вопросы. Буду счастлива с вами встретиться на моих остальных освещениях. Обнимаю вас душой. Пока.